Друзья, всем салют. Значит, смотрите, иду я по району Махмутлар, это который в Алании. Ну, понятно, что я еще получаю удовольствие от всего этого процесса. Погода шикарная, хорошая, настроение классное. И вот я наблюдаю о том, что огромное количество новостроек. Новостроек здесь, в Махмутларе. Это значит о том, что район развивается, в него вкладывается и становится все лучше и лучше. Так что, друзья мои, район отлично для вас подойдет. А мы вот неспешным шагом пришли на новый объект, который сейчас я вам расскажу, покажу и сделаю это в лучшем виде. Он, кстати, недалеко от моря, так что знайте. Друзья мои, представляю вашему вниманию новый проект уютного жилого комплекса в популярном районе Махмутлар. Жилой комплекс будет состоять из одного семиэтажного блока с современным фасадом, который расположился на благоустроенной территории всего в 300 метрах от моря. Рядом с резиденцией расположена вся городская инфраструктура. Супермаркеты и маленькие магазинчики, большой ресторан и крошечные уютные кафешки, городской хаммам, кондитерские, пекарни, фруктовые лавки, субботний базар, автобусные остановки, в общем, все, что необходимо для комфортной жизни. В продаже представлены несколько вариантов квартир. Квартира 1 плюс 1 площадью 55 квадратных метров и пентхаус 2 плюс 1 площадью 120 квадратных метров. Район Махмутлар является одним из самых востребованных на сегодняшний день районов города, в особенности среди русскоязычного населения. Окруженный живописными горами с одной стороны и пленительным Средиземным морем с другой, Махмутлар стал постоянным местом жительства для многих граждан стран СНГ и Евросоюза. Район знаменит своими историческими достопримечательностями, живописной природой и красивыми пляжами. Стоит также отметить, что в Махмутларе прекрасно развита городская инфраструктура, что делает повседневную жизнь в данном районе максимально комфортным. Кстати, высоким спросом пользуются здесь и долгосрочная аренда, и сезонная. Так что имейте в виду. Строительство объекта будет завершено в феврале 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка. Инфраструктура объекта. Открытый бассейн, беседки, зона для барбекю, открытая парковка, электрогенератор, центральная спутниковая антенна, благоустроенная территория комплекса и сад. Ну что же, вот мы, собственно, и на объекте. Да, не смотрите пока так. Представьте красивые картинки, все это хорошо. Будет однозначно, буквально через каких-то, ну, чуть меньше 2 лет, здесь встанет шикарное, красивое здание, которое будет смотреть туда, туда, туда и туда. А это значит о том, что со всех 4 сторон будет шикарный вид. Где-то на море, где-то на горы, где-то на город. В общем, друзья, будет классно. Чем мне нравится эта локация? Тем, что вот этот проект не стоит прямо вот на первой, так сказать, линии улицы и Барбаросса и Ататюрка. И он где-то между, так сказать, в проулочном формате. И, соответственно, здесь нет такого прям шума. Но прям вот реально в шаговой доступности все абсолютно, все, что принадлежит этой улице, здесь есть. И кафе, и рестораны, и все-все прочее, про что я говорил, магазины. Так что это хорошо. И вроде как бы и в центре, но и в таком в тихом чуть-чуть в центре. Это классно, это классно. И еще один момент, хотел бы сакцентироваться и заострить свое внимание. Это этап. Этап строительства сейчас самый нулевой, так сказать, да, лучше вариантов не бывает. Потом становится все больше и больше, больше расти, когда дом становится, цена, естественно, возрастать. Поэтому, друзья, тот, кто хочет вложить денежки, тот, кто хочет приумножить, тот, кто хочет получить выгоду и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения купить пораньше жилье и сделать его, так сказать, комфортным с точки зрения финансов, то это самое время. Потому что, еще раз повторюсь, потом будет только расти и расти и расти. Ну и также, естественно, существует рассрочка беспроцентная. Это когда вы вносите 30% первоначального взноса и договариваетесь до конца строительства, как вы будете платить, какими платежами. Ну и, соответственно, это тоже все тоже комфортно. Так что берите на вооружение и пользуйтесь, хорошо? Ну и последнее. Цена объекта стартует от 118 тысяч евро. Вот так, друзья, имейте в виду. Ну а если остались вопросы, пишите, звоните, оставляйте комментарии. Мы обязательно все это сделаем и ответим. И помните одно о том, что забота – это наш конек. Лига Реал Эстейт. Все, увидимся.